тяжелобольных детей, многим из которых нужна высокотехнологичная помощь, привезли на лечение в Москву из Донбасса. Спецрейс МЧС несколько минут назад совершил посадку в аэропорту Домодедово. В группе 15 детей, самому старшему 13 лет, младшему всему 7 недель. У него тяжелый порог сердца, и помочь могут только в российской клинике. По словам врачей, длинную дорогу сначала на автобусе до Ростова-на-Дону, потом на самолете до Москвы, пациенты перенесли нормально. И сейчас многие уже в палатах, завтра начнутся обследования.